концерты проекта из русского музыкального наследия. В программах концертов представлены незаслуженно редко исполняемые сочинения камерной музыки композиторов XX века в сочетании с произведениями классических основателей русской композиторской школы. Инициаторы и неизменные участники концертов проекта Наталья Загоринская, Александр Загоринский, Марина Евсеева. В этом году концерт проекта из русского музыкального наследия включен в абонемент консерватории «Камерные собрания». Прошу включить мобильные телефоны. Петр Ильич Чайковский. «Медитасьон. Размышления». Опус 72, номер 5. Пьеса посвящена пианисту, приглашенному для работы в Московской консерватории по рекомендации Петра Ильича Чайковского. Впоследствии этот музыкант стал директором Московской консерватории Василию Сафонову. Прозвучит эта пьеса в транскрипции, редко исполняемой транскрипции для виолончели и фортепиано советского виолончелиста Александра Власова. Исполняют заслуженный артист России Александр Загоринский, заслуженная артистка России Марина Евсеева.
исполнителю, ученику Петра Ильича Чайковского в классе теории музыки Анатолию Брандукову. Thank you.
Ленинской, лауреат двух конкурсов Чайковского. Пецо-капричиоза – обязательное произведение на конкурсе. А начал изучать Александр Игоревич это произведение еще в ЦПШ. Аккомпанировала ему тогда сестра Наталья Загоринская, ученица Татьяны Николаевой. Наталья Игоревна выбрала путь певицы. Петр Ильич Чайковский, уж гасли в комнатах огни, слова К.Р., внука Николая I Константина Константиновича, хотел бы в единое слово, словарь Льва Мэя, чаровница, слова Колена, перевод Горчаковой. Исполняет народная артистка России, солистка театра «Геликон оперы» Наталья Загоринская. Oh,
слова Алексея Толстого. «Я вам не нравлюсь» – слова К.Р. «Закатилось солнце» – слова Даниила Радгауза. Thank you.
ученица Георгия Александровича Шапорина и Евгения Кирилловича Голубева, ныне профессор Московской консерватории, кавалер Ордена Дружбы, композитор Татьяна Смирнова. Послание Рахманинову, ария-вокалис, посвящен Александру Загоринскому из цикла «Романтические послания», опус 91. Исполняют Александр Загоринский, Марина Евсеева. Thank you.
гостях. Andantino maestoso, andante molto espressero, allegro con fuoco. Thank you.
концертах проекта «Из русского музыкального наследия». Они представлены в фойе Рахманиновского зала, а также компакт-диски с записями произведений Татьяны Георгиевны Смирновой. Программки нашего концерта, как обычно для памятных автографов, они тоже у сотрудников Рахманиновского зала. Антракт 15 минут.